Добро пожаловать на еженедельную программу «Thunder Show». Оставляя искрометные комментарии, обязательно сразу указывайте свой игровой никнейм с учетом регистра, чтобы мы могли найти вас и зачислить награду. В этом выпуске «Удачно на удачу», «Поражение в победе», «Идет охота на топ-ранг», «Слишком большой брат», «Переиграл». Начинаем «Thunder Show». Соскучились по выстрелам через всю карту? Вот и мы тоже. Поэтому ролик «Детройт Сити» пришелся очень кстати. Парень сам не ожидал результата, когда бахнул наугад в направлении врага. Но случайно или нет, снаряд, пущенный вслепую, не просто попал в цель, а уничтожил танк врага прямым попаданием. Удачно так, на удачу пальнул. И попал прямиком в «Thunder Show». «Детройт Сити» — вот твои орлы. Порою наши достижения оборачиваются против нас самих. Это происходит, когда мы не продумываем последствия успеха. Прям как в ролике «Джаз». Вражеские истребители так увлеклись охотой на бомбардировщик автора, что совсем забыли. Помимо движков и экипажа, этот самолет нашпигован взрывчаткой, которая, взорвавшись, забрала с собой 3 вражеских машины. Красиво бахнул! И выгодно! «Джаз» заработал 5000 золотых орлов. На очереди ролик, автор которого заставил бы даже древнегреческого героя Давида умереть от зависти. На резервном И-15 он забрался в высокоранговые бои, где умудрился сбить «Апач», разбомбить своими слабенькими бомбами «Абрамс М1А2», а затем уничтожить еще один «Апач». Вот это мы понимаем! Славная охота! И заработать орлов, разумеется! Каппи, вот твоя награда! Маус регулярно используется игроками как большое передвижное укрытие для более практичных машин. Броня толстая, экипажа много, и если противник будет с ним разбираться, то подставится под огонь союзников мышонка. Но у крепкой брони есть один минус. Снаряды, не пробив ее, регулярно отскакивают и могут отлететь в хитрецов, использующих большого брата как живой щит. Что и произошло в видео Special One Team. Еще и двоих в рядок. Отличный выстрел, дружище! Орлы не заставят долго ждать. Тем временем игроки продолжают находить новые способы применения остовов уничтоженных машин. Вот снайпер 007 переиграл оппонента, использовав трупик союзного итальянца как приманку для выстрела. Враг повелся на уловку и разрядился в обгоревший корпус. Чем это для него закончилось, думаем, вы уже догадались. А для автора видео это закончилось победой в «Thunder Show». Хорошая работа, снайпер!